лежал-лежал в багажнике, решил начать куда-то ехать. Так, начинается оффроуд. Макс любит такие подъемы тут. Ну, очень круто, камера. Сейчас попытаюсь вам передать, но где-то близко сейчас к тому, что показывает камера. А еще солнце Макса слепит вон. Блин, тупо вертикаль. Зеленая мечта так не заедет. Крис, давай не очкуй. Твой выход. Так, что-то там он включает. Вячеслав, я спущу на ID, ты потом отмотаешь видео. Скажем, что я выехал. А, давай. Не, на повышенной не поедет, понятно. Надо блокировки. Хотя бы заднюю. Ух ты, блин. Чуть-чуть. И левее, вперед. V8 сила. Все, конец фильма. Чуть не проехал. Не, начало только думаешь? Яна, там не стой. Сейчас подскажет человек из Днепропетровска. Он знает, как ехать. Охренеть. Да. Стой, 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 стой. Макс, 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 стой. На заднее это, веревка зацепилась, веревка. Замотаешь. Металлическая. Вперед едь. Там забор металлический. Проволока колючая. Такой пейзаж шикарный просто. Офигеть вообще. Скоро теряю. А тут все уже едет. Провокатор идет. Блин, колеса аж отрываются. Давай, заезжай. Давай. Заедет.
Да, раскатывается траектория. Крис говорит, все ближе и ближе, но не знаю. Вон уже зрители подтягиваются на шишигу, на крышу садятся. Круто. Да, не хватает чуть-чуть. Давай, выход Саньонга теперь еще. Кого? Это Криса на Африке. Когда он тоже на таком там долбился на красавом гору. А потом продал. Да. И заехал потом в конце это все-таки там гору. Между деревьев тоже целился там же. Я помню. Так же сам целился. На Африке нет деревьев. Как нет? На ту дереву. На Африке нету. Так, ну. Да. Давай уже съедем. Не, уже съедем, сейчас смотри, на стадионе покажу, как надо. Да какой стадион, мы сейчас. Катуха перестает быть томной. Так, тут стоит тренер. Сегодня он выходной. Ты выходной сегодня, да? Интересный вариант. Андрюха, ты не видел? Ему Валера что-то дал, да? И он на меня поехал сразу. Красивые пейзажики. Начинается. Посмотри, как я могу. Или посмотри, как надо, да? Да, так незаметно. Красивое место все равно, хоть и такое полуизуродованное. Не по накатам. Но все равно красиво. Так, пилот уже в Саньонге. Красиво, красиво очень тут. Андрюха тоже заметил. Класс, да? Так, ну что, мужичок на Саньонге, он крепкий такой. Карпаты прошел, да? Да, крепкий орешек. Этот, Троещинский крепкий орешек, да? Так, Троещинский крепкий орешек. Сейчас покажет, как надо. Ух, жесткий, жесткий. Жесткий. Троещинский орешек. Тут родилось уже ему новое это. Троещинский крепкий орешек. Что-то думал будет легче. Но не очканул, поехал. Мечта так далеко не заедет, конечно. Посмотрим. Спускаться надо.
Не, ну машина мощная. В царапинах боевых. Макс ямы накопал и сложил. Так это из-за Макса проблема у Троещинского? Макс там уже что-то кричит, меня зовет. Я не могу оторваться от Троещинского орешка. А что там, Макс не заехал? Чуть не заехал. Но если я буду стоять, то ты заедешь точно. По-любому. Блин, надо убегать. Я не знаю. Так, Троещинский орех идет. Ну пока тяжело. Да пофиг, он ни до дерева не доедет. Троещинский орех. Я ухожу, он все равно на меня идет, ты видишь? Уклон приличный очень, уклон такой. Сейчас где-то вот он вот так на камере. Троещинский орех. Такая непролазная тут. Патрол выедет? Конечно. Патрол выедет, да. Патрол 100%. Тут Макс прокатал маршрутик. Ну, высоко, да, тут ступенька просто образовалась. Палка лежит. Подхватывает. Подхватывает, но полностью не хватает до конца. Тут стена вертикальная. Все, сдавайся. Давай, Нива! Ты можешь нормальный порог накопал. Ничья! Пока не сдается. Пока шрусы не поломают, да? Пока шрусы целые, он будет бороться, наверное. Колючие такие тут заросли, вот Крис пытается слезть. С каждым разом дальше и дальше. На самом деле. Думаешь, что до конца карантина выедет, да? До конца карантина может выехать, да. Настырный. Бородач дома.
Спуститься было бы легче, конечно. Спустить шины, я имею в виду. Меняет траекторию, по ненакопанному сложнее на самом деле. Давай, Олежек, Нивин выход. Ну без Нивы тут нельзя, чтобы уже было полное видео. Но она мне живая нужна, но мне сейчас ее поломать, а потом ехать домой. Да я тебя подвезу. Прицепим к зеленой мечте. Зеленая мечта мегауаз даже тянула. Так, что там, он задним ходом хочет? Так, ну все-таки задом он решил ехать. Ёханый. Валера, не надо так, хорош. Задние отрываются колеса. Там полметра, блин. Губцы, бегите. Не, ну смешно со стороны. Это же круто получилось. Еще такой пейзаж. Это как я занимался сегодня оффроудом. Потом покажу вам, в общем. Не, ну так стрёмно. Можно через капот приземлиться. Да. Тут просто ступенечка, видишь, вот это. Скорость сбивает. Да. Ступенька, да. Пока не успокаивается. Пока машина, шрусы пока целые, да? Его не остановить. Это еще торф какой-то. Да, торфяничек, да. Валера, золотая жила здесь. А здесь не хочет. Так. Не. Я сдаюсь. Вообще колеса спустить и завязать. Надо спускаться. В накат, но... в накат попробуй. Хочет домой. Хочет домой своим ходом ехать. Себя знает, что если начнет пробовать, потом не остановишь. На горке, скажи, да, вообще. А это горка у тебя? Ну, типа да, она туда залазит и съезжает. Ну да, у дядек другая горка, да? Да, да, а у тебя своя, да. Что там уже сломал? Что там сломал? Проволокой? Внизу. Ага. Видишь? Видишь? Поцарапал. Ого. И бог. Железный бампер так и должен. Хорошо, что я крикнул, а то бы в колеса еще ему там. Мы когда-то это самое запутались в путанке. Какая-то ну, наполка так, ну. Была заброшена в этом самом. Так, в лесопосадке, возле лесопосадки. И мы туда патрулом с 4 колесами замотались, все 4 колеса замотали. Проволоку? Проволоку, да. Мы не поняли, ночь, что делать. Выезжать, короче, оттуда. И застряли. И кусали, там отматывали. Ну, хорошо, чтобы чем кусали. Ну, тут кусать. Тебе-то там ножницами у кого-то, у скорпиона, у кого это были. Ну, не ножницы, а здесь. Еще и тормозной шланг. Летний? Ты знаешь, какой? Мак. Ну, да, он. Какой? Ну, посмотри. Я у тебя тормозной? Да, я сказал, он попробует прикрутить. Нет. Контур за, сорвал и все. Сейчас еще так проеду. Где у тебя АБС или еще что? Труп где тормозной? Куда приходит? Не вот АБС, а куда приходит? На цилиндр? Сейчас починим, все нормально. Есть монитор, сюда приходит.